Ну что ж, дорогие друзья, всем приветушки, с вами Косида и Дезертирка, мы продолжаем прохождение, сейчас уже 2018 год, и у нас квест на Хроники Творцов. Собственно, что же нас ждет? Я думаю, что мы попробуем привлечь внимание маленьких питомцев, их убить, ну, как обычно мы это делаем, да? И постараемся не попасть вот в эти ловушки, как бы, да? Вы понимаете, я уже не раз в них попадал, не раз получал люлей. Собираем из них семена творцов. Ой, он все равно на нас попал. Тетя. Загрелся он, правда, или нет, вот это вопрос. Да, судя по тому, что он за мной побежал, он все-таки загрелся. Опа. Так. Я думаю, попробуй отыскать что-нибудь. Он от нас убежал. Ладненько. Опа, поп. Как это было жестенько-то. Так. Ай-яй-яй-яй, я чувствую, что я скоро такими темпами могу и сдохнуть, честно говоря. Так, и давай-ка, ну. Потому что вот эта хрень его не особо бьет, его бьют именно вот такие вот удары. Кстати. Что-то грустненько как-то. Разучился немножко играть, ребят, простите. Потребуется немножко вспомнить, как это вообще делается. По-хорошему, надо было, конечно, это делать после того, как я начал нашу запись. Точнее, до того. До того, да. Определенно до этого. Но это ж я, вы же знаете, я всегда делаю не так, как надо. Поэтому мы видим то, что видим. Буду вспоминать в процессе, как пользоваться теми или иными штученцами. Подфризывать, когда у меня будет подгружаться игруля. Ну и радоваться жизни, собственно говоря, да. А, насколько я помню, где-то здесь была фишка, которую мы не могли разрушить и не могли попасть внутрь. Сохранилась ли она? Вот хрен его знает. Вот это обновленная версия Darksiders, кстати. Ну, я думаю, вы это уже и так поняли. Потому что здесь все окейшки. Вот. По-моему, я вот туда как-то уже попадал. В смысле, наверх. Так, а нырять он может у нас... На какую кнопку? Ага. На вот эту, замечательно. Выпрыгиваем. И здесь можно побродить. Супер. Так, наш дружочек, который нам дал квестик, находится, по-моему, там. Дабы мне память моя не изменяла мне. Вот, по-моему, он находится где-то вот в той стороне. Мы его уже собрали, да. У него я по-хорошему хочу купить хилочку. Какой-то он. Ты нашел шаманку. О, снова взять дневник Творца в руки. Ты нашел шаманку. О, снова взять дневник Творца в руки. Ну да, шаманку-то я нашел. Ладно. Короче, суть в чем. Квест очень прост. Нам нужно убить вот этих тварей. Помните, я там пытался взять какую-то желтую хрень, типа дневника или что-то в этом духе. Ну, в общем, вот это и есть дневник творцов. Так я его нашел без всяких плюшек. Вот такие дела. Ладно, продолжаем. Нам нужно как-то из них собрать все-таки все, что нужно. Так, это
А, это мы типа сюда переместиться можем, да? Я уже думал, они тут новую локацию какую-то поставили, которой раньше не было. Ладно, ладно. Хорошо. Так, нет, стопя. Там здоровяк. Да блин, и тут здоровяк. Ну, давайте мелкую тваринку приманим к себе. Так. Выпал из нее. Ни хрена из нее не выпало. Иди сюда. Ну давай, 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 давай. Ай, больно, 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 больно. На меня заморозило, падла. Да чтоб тебя, что-то я второй раз забыл уклониться. Что-то из них перестало выпадать реликты творцов. Ну, точнее, семя вот это вот, которое мне нужно. Ладно, сейчас сходим к нашему веселому чувачеле. Обменяем камни на камни. Это тебе. Где ты их нашел? Крит урон, круто. Ну, третий нужен. Ладно. В целом все окей, да? Опыт у нас все еще продолжает качаться. Вот я не помню, можно ли прокачать. Нам дали еще, короче, одни косы, но здесь хрень всякая. Нужно будет еще найти всех гномов ада. Я не думаю, что мне это составит большого труда, потому что двоих я уже нашел. Насколько я знаю, их всего четыре. Так, семя тенелист у нас три штучки. Есть костяной демонический ключ и ангельский ключ, и есть ключ Творца. Ключ Творца, по-моему, открывает доступ к хранилищу. Ладно. Не будем пока заморачиваться, посмотрим, что у нас есть. Так, окейшки. Не. Семя не выпало. Хотя сообщалось, что семя обычно именно здесь и выпадает. Ну ладно. Возможно, я что-то не знаю. Или, возможно, не знает тот человек, который об этом говорил. Хроники Творцов. Нет, все-таки да. Семя выпадает именно здесь. Потому что здесь нужно убивать, типа, твари порчи вот этих. Но здесь их полно. Так. Ура! Ай, отнести Мури и семена обратно. Замечательно. Замечательно. Кстати, вот здесь я был или не был? И вот как обычно, хрен его знает. Да, вроде бы здесь я был. Я, по крайней мере, помню что-то подобное. Ну, сейчас просто быстренько пробегусь, посмотрю. Чуточку. Так, загрузка локации. И мне надо посмотреть на карте. Так, первый.
Да, 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 здесь я был. Все отлично. Так, теперь пока с общей карты. И по квестику мне надо вернуться в Три Камень. Обязательно с вами... Так, мышка, не люблю тебя. Ты вечно не в нужном месте появляешься. По квесту мы с вами должны будем прийти сейчас к Мури. Три Камень. Несмотря на то, что ведет нас в другую сторону, мы как раз идем вот сюда. Ты коснулся темноты и не раз. И даже не чтобы два, скажу тебе больше. Чтобы старым стало новым. Да, 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 мне нужно. Талисманы у нее, в принципе, ну, такое себе. Ну, надо подумать, ладно. Так, поговорим. Тебя что-то беспокоит. Ты вернулся. А ты не верила, шаманка. Вот твои семена. Редко я сталкиваюсь с теми, чьи мотивы сложно понять. Но я благодарна тебе. Магнетит. Магнетит от природы притягивается к предметам из того же материала. Если разделить его на две половины, то они будут стремиться соединиться. Хроники дворцов отнести Мури и найдите хроники. Наш черный урожай един. Ну ладно. Един так един, я что, против, что ли? Так, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Что у нас есть здесь? Так, это слабенькие, это сильненькие, да? Как-то же их можно было, по-моему, улучшать, насколько я помню. Так. Вот как их улучшать, я уже... А, улучшить. То есть улучшить нельзя. Улучшить не... Все, понял, принял. На данный момент это самые лучшие косы. Так. Из того, что у нас есть, по-моему, улучшить уже тоже нельзя. Ага. Все. Лучше, чем вот это у нас пока не будет. Так, и опять же, насколько я помню, нам по карте нужно будет переместиться в Плачущий утес. И уже там... Мы с вами найдем нужную мне вещь. Так, долина отца. Мы сейчас в ней находимся. Квесты. Где квесты? Показать задание. Вот, источник душ. Найдите убийший. Так, хроники творцов. Поговорить с шаманкой. Найдите хроники творцов. Так, задействовать. Пусть он главным квестом считает хроники творцов. Вот он к ним нас и приведет как раз. Там вот Вульгрим, по-моему. Интересно, может он что-то предложить нам? Новые товары. Угу. Ларец у него есть. А при помощи этой магии мы можем развить умение, например, позволить очистить древо умений, заново распределить имеющиеся очки. Я вот думаю, что я его куплю. Ага, при помощи... Так. Обнулитель. При помощи черной магии Вульгрим может стереть все развитые умения. Этот предмет позволит очистить древо умений и заново распределить имеющиеся очки. Что ему можно продать? Да, в принципе, нафиг мне что-то ему продавать, по большому счету. То есть, ну, я просто
Последую совету одному из подписчиков и обнулю свои умения по той причине, что я немножко неверно их раскачал. Там есть более универсальные умения против боссов включительно, поэтому есть смысл их прокачать. Ладно. Пока мы с вами подгружаемся и на коняшке, соответственно, едем. Так, проклятый лес. Вот где-то наверху там оно и есть. Так, у меня такое ощущение, что вот здесь как раз ввели ребята скалирование. А может и нет. Может просто у меня персик такой слабоватенький. В любом случае, мобу, который там наверху, я особо ничего не наношу. Вот наша заветная книжечка, которая наверху лежит. Надеюсь, мы сейчас ее возьмем. Хроники Творцов. Хроника Творцов — это запись истории, знаний и культуры существ, известных как Творцы. Эпическое повествование, вырезанное в этом камне, передает дух народа Творцов. Вот таким вот несложным образом мы вернули Хроники Творцов. Что дает нам возможность, соответственно, узнать о них побольше. Ну и по-хорошему пора бы. Так, грёбаная загрузка, как я тебя люблю. Ладно, плачущий утёс. Так. Не нравится, как он просто рендерит картинку, постоянно подгружая ее. Ну да ладно. Отнести мы должны ее куда-то прям далеко. Показать задание, хроники Творцов, задействовать, показать задание. Окей. Ну, я так предполагаю, что... Так, в разрушенную кузницу, замечательно, ага. Да, нам вот сюда вот. Нам, собственно, сюда вот, друзья мои. Давайте быстро переместимся к Вульгриму и переместимся, чтобы отдать задание. Ну, то есть проплывем немножечко по воде. Потому что... Ага! Сейчас нас на самое начало отбросили. Ну ладно, ничего страшного, я думаю. Я думаю, что мы сможем все равно доплыть довольно шустро, потому что плавает смерть довольно быстро. И особо времени мы не потратим. Так. Отлично. Вот наш здоровяк. Вот твои хроники, Оран. Дневник. Наконец-то. Эти скрижали то, что сближает сами души Творцов. Если ты понимаешь, о чем я. Смерть. Ты же не так холоден, как пытаешься казаться. Думай, как тебе удобнее. Хроники Творцов завершена. Воля оставшихся Творцов будет подкреплена. Она станет волей сражаться с разрушением всего вокруг. Круто. На последний квест мы пойдем определенно потом. На этот момент удивите незложно, найдите убить незложного короля в дальних землях. Потерянная душа. Даниэль просит вас помощи, чтобы раскрыть тайну того, чье имя написано в свитке. Задействуем и смотрим потерянную душу. Есть ли здесь где-нибудь квест, отмечается ли он. Видимо, мы, кстати, не убили одного из мобов. Ладно. Значит, мы задействуем вот эту. Ну, где незложный король? А, хрен его знает, да? Ага, найдите, убейте. Замечательно. Принять. Так, задействовать.
Быстрое перемещение. Замечательно. Давайте быстренько переместимся в другое измерение. Ну, не измерение, но вы поняли. Древо жизни. И нам нужен портал. Королевство мертвых. Замечательно. Я вот, правда, не знаю, успею до него дойти или нет, но один квестик, видите, я уже вырулил. Древо смерти. Великолепно. Так, в древе смерти что нас ждет? Что нас ждет? Я даже не знаю, на самом деле. А здесь предложили мне попутешествовать. Королевство мертвых. Замечательно. Угу. И вот непонятно, здесь, скорее всего, кстати, тоже местами будет какие-то секреты, я думаю. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Только ты смеешь так разговаривать с лошадью. Идти одному. Я вот все думаю, почему он не использует... он сбросил сразу, что ли? Блин. То есть я там ничего заново придется вкачивать сейчас, да? Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Неудержимость, жатва. Блин. Ну, мне определенно нужны мои трупики. Я без трупиков-то никуда. Так, запас здоровья призываемых упырей увеличивается. Часть урона наносимого упырем позволяет пополнять ярость смерти. Стая. Угу. Так, вороны смерти позволяют здоровье холнее. При каждом ударе, отлично. Улучшить и улучшить. Угу. Так, ну стаю, я думаю, тоже прокачаем. Так. Равнина наносит врагам урон льдом. Угу. Так, а последнее это смерть большинства направит запас ящики против... Ага. Так. Появляет истинный облик. Тут обязательно. Так, вероятность критического удара пораженным жатвой увеличивает. Вероятность критического удара жатвой увеличивается на 15%. Враги, пораженные жертвой, ненадолго получают большой урон. Ага. И последнее. Враги, пораженные жатвой, приносят энергию жнеца. Приносят... Так, ну, я понял. Так, вам обязательно. Здоровье им обязательно. Так, часть урона наносимого прямо исполняет единицы. Вот так вот. Даже если они их уничтожат, то типа все ок. Угу. Ну и что у нас здесь? Типа вероятность критического удара. Увеличивает вероятность критического удара. Жатва увеличивается на 15%. Ну я понял. Угу. Ну, пусть будет, да? То есть, ну, на всякий случай. Так, ладно, посмотрим. Возможно, такой тип атаки будет даже получше. Так. Так. Скалистые земли.
Просто мне ребята сказали, что в обязательном порядке лучше прокачивать воронов. Они очень сильно помогают. Так, а можно как-то назначить клавишу? Да, можно. ЛБ, ну, допустим, ЛБ и чё? ЛБРТ. А, типа, пока я на лошади, я не могу назначать эти клавиши, окей. Я понял. А, X тогда и Y тогда, ну, временно, да? То есть, а эти, это и... Как-то вот так, да? Все, окей. Настроили. В среднем серии будет минут по 30. По йентому. Друзья мои, мы с вами будем сейчас, скорее всего, заниматься какой-нибудь фигней. Ну, пытаться там мобиков убить. Все дела. Посмотрим, как они будут расфигаривать. Ну, в принципе, я доволен. Ребята довольно неплохо хреначат все и вся. Так что особой проблемы с этим я не наблюдаю. Хорошо. Хорошо. Так, здесь тебя тоже мы, конечно же, убьем. Осмотримся, вроде здесь ничего нету. Я точно знаю, что под вот этим мостом, насколько я помню, я что-то там не взял. Вот, поэтому есть смысл сходить под мост, плюс есть смысл изучить все вот эти гробницы, потому что я здесь очень мало побыл. Прям чистенько так, только по фану. И это я помню. Так. Ну, будем учиться вспоминать, как оно работает вообще. Бегать, перебегать тут, все делать. Честно говоря, я плохо помню. Если я где-то лоханусь, ребят, вы уж не обижайтесь. Я, честно говоря, не специально. Ну вот. Ладно, посмотрим. Так, а здесь, по-моему, можно было... Нет, не здесь, да? О, прям на самое начало перемещает рили. Лол, прикольно. Так. Угу. Куда? А, просто вот сюда, наверное, забраться. Все, я понял. Понял, 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 как это работает. Ну, вроде с мелкотней я справляюсь нормально. Почему-то не сработало мое РТ. Почему-то не сработало мое РТ. Ну ладно. Разворачиваемся в ту сторону. Смотрим. Прыжок. Прыжок, я сказал, сучка. Не прыгнул, обидно. Вот минус вот этого вот момента, что, да, он как бы прыгает, прыгает. И, типа, ты не всегда понимаешь, когда он должен в итоге прыгнуть.
Ну, типа, когда она должна засветиться, да? Но она может и не засветиться, как бы. Ладно, шучу, на самом деле она светится. И вот тут вот поворотный момент, взял я эту фигню или нет. Ну, судя по тому, что я вижу, вроде как взял. Ну, потому что здесь ни хрена нету. Здесь сюда просто зря пробежал. Ладно. Увидимся в следующей серии, друзья мои, когда я пробегусь уже наверх. Потому что, по сути, здесь мне делать уже нечего. Ну, вот в этом конкретном месте. И мы будем изучать, что же дальше. Там убивать короля, все дела. В общем, увидимся в следующей серии, друзья мои. Всем спасибо, всем пока, хорошего дня. Приятного просмотра следующих серий. Ну и ожидание, конечно же, 27 ноября, когда выйдет Darksiders 3.